границу. Так отдыхают наши гости. Сегодня можно снимать. Так отдыхают наши гости. Вечерний гурзуф. Сегодня праздник Украины. Сюда собираются друзья со всех уголков нашей планеты. Вечерний гурзуф. О, здесь маленькая рыбалка. И столько много сувениров. Где-то салют. А вот вышла луна. А где салют? И опять этот милый ресторан. У воды избегает лунная дорожка. Ой, так люблю, когда огромная луна. Пройдемся дальше. Это действительно живые цветы. Привет, солнышко. Наш музыкант. Приветствую вас. Сегодня праздник Украины. С праздником! С праздником вас! А здесь вкусняшка. Это будет сахарная вата. Вот идем дальше. Масса торговых палаток. Чего только тут нет. Добрый вечер. Вы уже закончили? Нет еще? Работа идет. Относительно. Видите, людей нет. А сегодня праздник. Я вас поздравляю с праздником. Спасибо. Самосильная Украина. А у вас работа есть? Да, вот, видите. А как? Вот это интересный раствор.
в этой ванночке. И идет рисунок на воде. Это большое искусство и очень древнее. Когда впервые создали вот это искусство? 10 век, но никто точно не знает. Никто не знает, но 10 век, да? Приблизительно. И как правильно называется? Называется техника Эбру. Эбру. Техника Эбру. Вот рисуночки. Вот они. Это настоящее искусство. Да. Попробуйте кто-нибудь. Я очень не. Да. Просто интересно, что сейчас родится. Красивый растительный рисунок. И такой натуральный. Что это ты тут смотришь, непонятно. И там их много уже.
Вот это настоящее искусство. Эвро, 10 век. Что там?